23 мая – завершающий день нашего форума, день отдыха от всех брифингов и мастер-классов. Студенты, поделившись на три группы, отправились на экскурсию по Москве, где они смогли воочию увидеть все значимые достопримечательности столицы. Пока что мы едем в центр города. Давайте немножко поговорим об истории тех мест, в которые мы проезжаем, и об истории Москвы. После экскурсии студенты вернулись в академию, где их ожидала церемония награждения, которую провел Корчагин Руслан Николаевич, заместитель директора ИКСУ. Каждый получил сертификат участника, но главное – это море позитива и незабываемые эмоции. Милана Насанкаева, Валерия Лермонтова, Сергей Климов. Специально для ИКСУ РАНХИКС. Перегрев небольшой. Чуть-чуть у вас это, да? Чуть-чуть, да, вообще.